Вітаю усіх, хто зараз із першим діловим в ефірі проект «Акцент». Наприкінці минулого року Нацбанк констатував критично низькі ціни на нерухомість, відзначивши, що забудовники продають квартири мало не за собівартість. Причиною назвали низький попит на квадратні метри, наскільки ситуація змінилася через півроку та що зараз відбувається на ринку оренди. Ці та інші питання ми поставимо нашому гостю Івану Кудояру, голові правління спілки консультантів з нерухомості. Я вас вітаю в нашій студії. Ну, давайте почнемо із озвученої теми. Пройшло півроку з часу звіту Нацбанку. Що змінилося? Ну, знаєте, я вам скажу, що за півгода мало що змінилось. Тому що все-таки ринок недвіжимості, він дуже інертний, і він дуже слабо реагує на якісь зовнішні роздражителі. Він такий же, як і був. Сказати, що цена растет? Нет. Сказать, что цена падает? Нет. Она приблизительно на одном уровне и осталась за последние полгода. Угу. Надо учесть, что 3/4 всех сделок, которые проводятся, допустим, Киев, Киевская область, это все-таки сделки на первичном рынке. Сейчас клиент ушел со вторичного и покупает у застройщика. Почему? Потому что застройщики предлагают более выгодные программы, они строят много, конкуренция сумасшедшая. Сейчас Киев, Киевская область строят около 500 жилых домов и комплексов, поэтому есть конкуренция, и каждый пытается предложить более выгодные условия. А що роблять забудовники, аби втриматися на плаву у ситуації, коли навіть мінімальні ціни, а попит на квартири низький? Ну, знаєте, я б не сказав, що він маленький. Все-таки є сегменти на первичному ринку, як і на вторичному. Він положительний, він пользується спросом. Це маленькі квартири, либо смарт-квартири, як їх називають. А, до речі, досі тренд є на попит на смарт-квартири? Так, звісно. Вони дуже пользуються великим спросом, покупаються молодежю, або батьки покупають для своїх синовей, дочерей. Они разлетаются, как, знаете, жареные пирожки. Мало того, что 80% квартир – это квартиры маленького метража продаются. Это около до 60 квадратов. 60% квартир – это однокомнатные квартиры. Застройщик адаптируется к этому рынку. Он строит сейчас такое маленькое жилье. Бывает, что на лестничной площадке 11-12 квартир, из них 2 двухкомнатные, все остальные однокомнатные квартиры. Они действительно пользуются спросом, они более ликвидны, их легче продать, их легче купить, они дешевле стоят, поэтому вот рынок такой сейчас. За последние годы что изменилось, або этот спад начался в 14-м, так он и тривает? Ну, он идет все-таки маленький спад. Я скажу, что на вторичном рынке спад немножко больше, чем на первичном. Первичный все-таки он больше пользуется спросом по той причине, что молодежь не хочет покупать квартиры в старых домах. Их девятиэтажки, хрущевки уже не интересуют. А почему? Ну, знаете, все-таки подъезды с запахом, либо бабушки. Все-таки молодежь желает селиться в каких-то комплексах. Не только в новый жилой дом. Их интересует именно комплекс, чтобы был своя территория, своя инфраструктура, свой садик, своя охрана, свой магазинчик. Чтобы они, знаете, были в своей среде. Поэтому от комплексы они больше пользуются спросом, даже чем отдельно стоящие дома. Якщо до Києва, де зараз більший попит на квартири? В самому Києві або ось у містечках, які знаходяться поруч? Ну, знаєте, я вам скажу, що все-таки Київ, він пользується більшим спросом, ніж окраїна. Мало того, ті інвестори, які покупали квартири 2-3 роки назад, вони зараз немножечко розчарувалися в пригороді і продають квартири, щоб купити все-таки в Києві. Чому розчарувалися? Ну, по той причині, що все-таки пригород, он меньше снабжен инфраструктурой. Туда сложнее добраться. Там меньше магазинов, меньше садиков. Это поле, там меньше занимаются инфраструктурой. Там дешевле недвижимость, все-таки публика победнее селится. Дальше от основных магистралей, дальше от метро. Поэтому в Киеве купить гораздо сложнее выгодную квартиру, чем в пригороде. В пригороде мало того, что их продается сейчас очень много, их можно купить, ну, уже знаете как, от застройщика на вторичном рынке. То есть застройщик не успевает продавать квартиру за время строительства, вводит в эксплуатацию на свое имя, а потом уже продает через год-два после окончания строительства. Ви сказали, що за півроку нічого майже не змінилося. На найближче майбутнє, які можна зробити прогнози?
то же самое будем? Ну, знаете, он очень резко сегментирован, рынок. И я скажу, что все-таки пользуются спросом недвижимость. Сказать, что уж совсем никто не покупает, нет. Вы зайдите в отдел продаж, там люди есть, они интересуются, они смотрят. То есть я считаю, что все-таки комплексы, они даже, может быть, чуть-чуть будут подниматься в цене. Вот стоимость квадратного метра. Что касается вторичка, она будет все равно проседать, чуть-чуть падать. Что касается отдельно стоящих домов, они могут быть на одном месте. Но опять же, все это сегменты. Естественно, квартира в Печерском районе, в доме в Печерском районе, она будет отличаться от Голосеевского района, либо окраины. То есть каждый рынок, он по-своему реагирует. Центр по-своему, окраина по-своему, загородная недвижимость по-своему. Якщо клієнт поступово відмовляється від вторинного ринку, яке чекає на нього майбутнє? Вторичный рынок, ну, понимаете как, все-таки есть программы сноса хрущевок, реконструкция хрущевок, но это очень дорогостоящие программы, никто не знает, как их воплощать в жизнь, по той причине, что все-таки в этих домах живут люди, они хотят, ну, их надо расселить. Никто этим заниматься пока не хочет. Почему? Потому что все-таки вы правильно заметили, себестоимость сейчас очень подросла, а стоимость квадратного метра упала. Если, допустим, взять 3-4 года назад, это было 300%. То есть застройщик строил квадратный метр за $300-350, продавал за $900 000. То сейчас себестоимость уже $400-450, а иногда и $500-600, а продает он по $800-900. То есть у него уже маленький зазор, он не может манипулировать этими деньгами, он не может вкладывать эти деньги в инфраструктуру, строить садики. У него не хватает просто средств. Он пытается выживать, пытается, знаете, балансировать. Поэтому... А чи поменшало забудовників в таких умовах? Знаете, я вам скажу, нет. Мало того, сейчас очень много новых застройщиков, которые 2-3 года назад были вообще неизвестны на рынке Киева. Приезжают застройщики и из Западной Украины, и из Центральной Украины. Они пытают счастья в Киеве, они пытают счастья в пригороде Киева. Они строят, они стараются не отступать от стандартов, они стараются. То есть застройщиков стало больше. И, кстати, крупные застройщики, которые Укрбуд, Киевгорстрой, они тоже пытаются не сдавать своих позиций. У них очень много площадок. То есть конкуренция идет и между маленькими и большими застройщиками, потому что маленькие тоже теснят больших. А что с кредитованием? Чи готовы банки выдавать ипотеку? И под какие відсотки? Адже не так давно зафиксировали в Украине мало не найбільше в світі відсоткову ставку, десь близько 20% річних. Ну, знаете, с кредитом все-таки сказать, что у нас нет рынка кредитования, нет. Он есть, но он настолько мизерный. Сейчас около 6-7% недвижимости покупается по каким-то программам, либо в кредит. Почему? Потому что процент большой, все испуганы, все боятся банков, никто не доверяет, коллектор уже у нас имя нарицательное, все боятся попасть в какую-то нехорошую ситуацию. Поэтому многие застройщики применяют всевозможные программы. Допустим, рассрочка на 3 года, на 5, беспроцентная, там минимальный процент. Именно застройщики стали кредитовать своего инвестора. Поэтому, ну, нет смысла брать в банки деньги, если застройщик идет навстречу. Ну, зрозуміло, логично. А ось торік Кабмін дозволив державній іпотечній установі давати квартири у лізинг. Можете пояснити взагалі, в чому різниця між лізингом та іпотекою? І взагалі, як ви ставитеся до такої ідеї? Ну, знаете, я вам скажу, что лизинг, он несколько непонятен. Для... Что касается автомобильного рынка, он действительно у нас в Украине достаточно развит. Что касается квартир, нет. Почему? Потому что, ну, никто не понимает, что такое выплачивать 10 лет с тела квартиры, то есть как оно будет через 10 лет, никто не понимает. То есть все-таки ипотека, она понятней. Вы сейчас становитесь собственником и выплачиваете проценты. Лизинг – это своего рода аренда, но вы не становитесь собственником. То есть вы в течение 10 лет платите не за свою квартиру. И когда вы выплатите уже основную сумму вот, за квартиру, тогда вы становитесь собственником. В этом основное отличие. Зрозуміло. Згідно з останніми соцопитування, 7% українців хочуть виїхати за кордон. А ось чи купляють українці житло за кордоном?
Ну, знаете, украинцы сейчас впереди планеты всей. Я скажу, что в Польше вот, после немцев украинцы вышли в лидирующую позицию. Они очень много квартир покупают. Там около, действительно, ну, по разным странам, около 6-7-8% всей недвижимости в Польше покупают украинцы. Это основные города. Почему? Потому что там недвижимость... Это не маленькие местечка, а великие места, да? Ну, в основном это Лодзь, это... Варшава, то есть основной Краков, там очень много покупают украинцы недвижимость. Почему? Потому что недвижимость дорожает в среднем от 10 до 15% в год в Польше. А у нас украинский менталитет, они хотят вложить в недвижимость, чтобы недвижимость дорожала. Но коль у нас недвижимость имеет стабильное, такое минимальное падение, либо одну и ту же стоимость, сюда вкладывать невыгодно. А в Польше выгодно, поэтому туда везут деньги. Что происходит сейчас на рынке аренды? Аренда, ну, знаете, я вам скажу, что аренда, она, ну, пока это еще рынок не очень выгодный. После 2008 года, когда аренда действительно покрывала затраты, ну, другими словами скажу, что сколько стоит недвижимость? Это где-то 110-120 арендных платежей. Угу. Если вы, допустим, квартиру снимаете за $500, то она должна стоить на рынке где-то 55-60 тысяч долларов. Но квартира такая с ремонтом может стоить 70-80 тысяч долларов. То есть этот рынок, ну, не совсем выгодный. Вам невыгодно купить квартиру, отремонтировать ее и сдавать в аренду. Вы все равно будете терять больше. Это амортизация, это вы не сдаете квартиру все 12 месяцев. В среднем это 10,5 месяцев в году. Потому что уходят, приходят арендаторы. Поэтому рынок аренды, он есть, но он еще не такой развит, как в других странах. С 2020 года в Украине хотят изменить правила регистрации за местом проживания. То есть это будет не прописка, это именно регистрация, даже в арендованной квартире. Как это может вплинуть на рынок аренды? Ну, знаете, я думаю, что все-таки это никак не повлияет на рынок аренды. Это раз. Во-вторых, я вам скажу, что у нас очень скептически относятся собственники квартир к аренде. Вернее, не к аренде, а прописке в арендованной квартире. Ну, если у вас есть квартира, ваша личная квартира, вот вы скажете, а я не хочу вас прописывать, ну, регистрировать в этой квартире. И поверьте, что объяснить это старому человеку, который прожил всю жизнь в Советском Союзе или еще как-то, что вы можете прописать, зарегистрировать свою квартиру арендатору, он это не поймет. Он просто откажет этому арендатору. Плюс к тому же есть несовершеннолетние дети, право проживания и тому подобное. То есть это не повлияет на рынок никак. 26 травня у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Ринок оренди тут щось може заробити? Ну, знаєте, це ж ринок оренди краткосрочний. Если бы речь шла о месяцах, то да, можно заработать. Здесь речь идет о нескольких днях, но неделя. Но цены взлетели 3-4-5 разов. Ну, они взлетели по той причине, что у нас Киев, он не предназначен под туризм. Сюда очень мало едет людей в командировки или просто походить по Киеву. У нас он не развит. В основном туристы живут не в хостелах и в арендованных квартирах посуточно. Они живут в гостиницах. Это во Львове более развит туризм, и там больше сдают квартир посуточно. Поэтому, почему взлетели цены? Потому что многие собственники квартир, вот она стоит пустая. А почему бы ее не сдать на время Лиги чемпионов на недельку, заработать $1000? И все так вот почему-то мыслят и выбрасывают эту квартиру совершенно не по рыночным ценам. Поэтому вот многие арендаторы заходят, видят объявление, которое, ну, совершенно нереальное, и разворачиваются, уходят. Это из-за того, что у нас в Киеве достаточно дикий рынок аренды посуточной. Если рынок аренды долгосрочной, он более-менее понятен, то посуточной он у нас еще в таком, знаете, в зародыше еще. Еще он не развит. Мусимо ставити крапку. Дякую, що завітали до нас. Нагадаю, гостем проекту «Акцент» був Іван Худояр, голова правління спілки консультантів з нерухомості. З ними обговорили останні тенденції на вітчизняному ринку нерухомості. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі.